школы высшего спортивного мастерства. Да? Вторая полуфинальная пара весовой категории до 40 килограммов. Красовый уровень Нариман Угамед Касумов из Центральной спортивной школы Санкт-Петербурга. Нариману 14 лет, он уже провел 10 боев и одержал 7 побед. У него третий юнский разряд. Тренирует Наримана Угамед Касумова и в этом бою секундирует Андрей Овчинников. Продолжение следует...
А в синем ринге боксер из комплексной школы высшего спортивного мастерства Санкт-Петербурга Шамсадин Керимов. Шамсадину, как и его сопернику по этому бою, 14 лет, исполнится прямо в декабре. Он провел примерно столько же боев, 16, и одержал 14 побед. Тренирует Шамсадина Керимова Гайдар Мутаев, мастер спорта. Приготовиться к выходу в ринг первой полуфинальной паре весовой категории до 42 килограммов Вадиму Гербусу, спортивная школа Красногвардейского района Санкт-Петербург, и Артему Соколову, центральная спортивная школа Санкт-Петербург. Центральная спортивная школа Санкт-Петербург. А Шамсадин Керимов, комплексная школа высшего спортивного мастерства, награждается грамотой и медалью за третье место в наших соревнованиях. Награждение проводит рефери поединка Василий Егоров. Шамсадин Керимов награждается грамотой, медалью и выплатом за третье место в турнире памяти мастера спорта, заслуженного тренера
Советского Союза Леонида Белова.